габарит 8-метровый для открытого автобусного движения. Мы потому его... что мы с тем мостом-то возились долго. А мы его полностью там перестроили, мы там понятно. Полностью его разобрали, а здесь, значит, мы его обследовали, мост в нормальном состоянии, но единственное, он у нас не проходит по габаритам. А и... створ реки, объем створ реки мы пропуска воды укрепили. Посчитали? Да, мы посчитали, мы его трогать не будем, только, говорю, заменим крайние балки для того, чтобы сверху залить. В принципе, мост останется на месте. Я понял, что они взяли откуда-то отсюда камень, вещь камень. Это, видимо, они его вывели и пустили под ресторан. Разберемся.